Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я скажу вам, как, когда нужен уход за новорожденными щенятами. Уходом за новорожденными щенятами занимается мать. Помощь человека требуется лишь при ее гибели или нехватке молока. В этих случаях для кормления не приобретают специально готовые смеси, имитирующие собачье молоко. Все остальные виды молока не содержат необходимых витаминов, поэтому их используют только в качестве аварийного варианта.